Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Ну что, второй день, и я забираю 5000 монет. Это нам не нужно. Открываем сундук. Магнит, колесный ускоритель. Новые задания, посмотрим. Получить 250 времени в воздухе на баге для песка. Кстати, вот это неплохо. Так, в воздухе лес приключения и сделайте 6 поворотов. В принципе, они все выполнимые задания. Я, пожалуй, ничего не буду менять, так и оставлю. Здесь... активируем сундучок. Ну что, ребят, 36 тысяч кубков сегодня попробуем взять. Какая мелочь, да, для нас. Так, что у нас тут, 1500, управление воздух, фляг, колесный ускоритель, в общем, всякая ерунда. В команде, естественно, всем привет. Всем приветик. Отлично, поздоровались. Отправляем. Так, ну что, ребята, я, в принципе, готов. Пещеры ледяного огня. Нет, мы поедем на раллийном авто. Наше любимое авто. Ух. Ну что, будем делать сегодня всяких попандопол или нет? Нет, 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 нет. Этот с монетным ускорителем, ребята. Одна раллийка, видишь, там едет. Так, слушай, подожди, неужели... Ёпарасоте, не надо! Ты видел, да? Я бы мог сейчас погибнуть, полтычка. Просто меня бы об потолок и все. И финита ля комедия. Но я вырвался. Благо. Так, слушай, а сколько тут гонок-то? Ну, трасс, тихо, не надо мне опять со своим фулочкой. Давай вот сейчас я возьму здесь бензин, и все будет окей. О, что так напряжно началось-то все, а? Зачем так напрягать папу Рэя? Объясни мне. Это непорядок. Так, замечательно, здесь все сделали, здесь все взяли. Слушай, по-моему, здесь действительно одна всего лишь гонка. И я, как всегда, победитель. Друзья мои, отлично. Знаешь, что мы забыли сделать? Вот догадайся, что мы забыли сделать. А я тебе напомню. Мы забыли поменять вид на нашем гонщике. Вот, пускай будет такой шахтер. Типа того. Ну что, ребят, мистический кубок. И как же я обожаю эти мистические кубки, если ты только знал. Прям вот хлебом не корми, дай мне погонять в этих кубках, твою же, налево. Ну отойди ты, пройдоха мелкий, на своей зеленой... Какой зеленый-то? Желтая. Все, грусть, печаль меня сейчас будут брать, и я буду в депрессии, ребята. Просто в депресснике. Ну хорошо, хоть не последним, а третьим я прибыл. Твою же налево, а. Засранцы мелкие. Ну как так-то, ну? Ну как так-то? А все виной этот паршивый вот прыжок, который сейчас тоже был. Там какой-то чувак еще умудряется даже на прыгульках прыгать. Ты серьезно? Ну вон же финиш, вон же финиш. Есть. Сосунки еще. С папой бороться. Давай, не отвлекайся. Да блин, желтый, ты достал уже, а? Вот что ты лезешь вечно сюда, блин? Так, аккуратнее, ребята. Черепашья гонка. Тихо, не надо сюда. ККМ-ка, ну куда ты, блин, лезешь? Почему такая умная? Вот правильно, туда тебе и дорожка. Под водой будешь плескаться. Да какого фига? Буря пней. Слушай, буря пней, по-моему, три... Друзья, если не ошибаюсь, это все время вниз, вниз, вниз. Под пенечки вот под эти, да, трухлявые, да. Или нет? Как вы красиво там полетели. Все так вот синхроненько. Просто, друзья мои. Так, а ККМ-ка-то, видимо, знает, да? Друзья мои, ККМ-ка знает. Она ускоряет, я слышу, как она делает ускорение. Нет! Вот оно что значит. Сила правды. Сила правды во мне. Сельский кубок. Сельский кубок. Выставочный комплекс собственной персоны. Поэтому, друзья мои, давайте-ка поднатужимся чуть-чуть. Блин, ну конечно же, супер дизелек вырвался. Но вырвался он из-за того, что на нем стоял ускоритель. Ракета вот эта вот. А так ты посмотри, я просто как стоячих делаю их. Без проблем. А сердце замирает, да, когда что-то идет не по-нашему. Когда я начинаю там где-то врезаться или еще что-нибудь. Ну, благо, все у нас хорошо получается, поэтому продолжаем с тобой гонки. Сельский кубок, ядрен матрен, ну куда ты, блин?
Так, я вижу, я здесь не один самый умный, да? Не один я тут умняк такой. Есть пару буржуев, которые тут тоже хотят что-то из себя показать. Но, по-моему, шансов у них нету. Конечно же, ёк-макарёк. Даже никаких сомнений не должно было быть. Ну что, последняя гонка, да, у нас, по-моему? А вот это ему сейчас хорошо подфартило. Он, ребята, сделал ускорение, плюс... Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Гуманоид, иди отсюда. Так, мне вот нужно супердизель теперь обогнать. Так, вот тут только не врежься. Фух, нормуль. Нормуль. Еще раз повторяю. Кто не видел, можешь пересмотреть. Ну что, друзья мои, 18 деталек впереди нас ожидает. Но я думаю, что не после этой гонки, а еще надо будет проехать. И после этого... И после этого, возможно, мы с тобой получим. Так, у меня приземляшка, да? Да, у меня приземляшка. Так что резон есть приземляться на оба колеса. Хорошо тут. Дали дрозда, ты заметил, да? Все. Глотай пыль. И ты тоже, и ККМ-ка тем более. Но правда тут не пыль, тут будет глотай снежок из-под моих колес. Но все равно. Главное, чтобы не было никаких подколов, ребята. Блин, смотри, какая мощная команда, а. Паперы не дают шанса просто практически, да? На расслабон. Нет, 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 нет. Ты откуда взялся-то тут, а? С чем ты там едешь, я не пойму. У него там магнит был и все, по-моему, больше ничего. Каким он странным образом мог меня догнать? И практически перегнал. Хотя я всю дорогу и ехал как... Ну ты сам видишь, как я еду всю дорогу. Практически, ребята, идеально. Я поехал понизу. Пускай он там... Чувак захотел мой трюк повторить. Но, к сожалению, ничего не получилось. И вот вниз, 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 вниз. Ух. Фу, мне жарко стало, друзья. Я аж немножко употел от такого нервака. Ну что, мы возьмем? Нет, не возьмем. Зато мы сундук, подожди. Подожди секунду. Сундучок мы откроем. Форсаж, зимние шины, все дела. Я готов. Я готов покорять кипящее что-то там непонятное. Надеюсь, не на буковку Г. Так, давайте-ка только вот без подколов, а? Я имею в виду, не надо врубать ветерок. Ветерок не был. Нет, все-таки ветерок был. Да иди ты к плешимому, знаешь куда? Давай, рычаг, Рамзай какой-то сзади там, Рамзай, Бонзай. Да ладно. Но это было круто. Это было опасно и круто, я тебе вот что скажу. И в то же время это было великолепнейш. Просто комфортиш. Как бы я это сказал. Так, тут не надо скелетов здесь. Так, ребят, тут не скелеты, тут... Вставай на колеса, ты засранец мелкий. Поехал. Давай, 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 давай. Фух, сказать, что я научился тут кататься, я не могу, ребят, потому что я не научился, но удача любит меня. Согласись. Потому что эти ребята там где-то зависли, походу дела, надолго. Зависли или нет? Прилетел на голубом вертолете. Нормально, теперь я забираю детали со спокойной душой. 18 штук, на что? О, это амортизаторы. На раллийное авто, кстати. Уважуха. Ну что, у нас туннели. Друзья, как раз шапочка подходит под... под эту гоночку. Потому что мы шахтеры. Или археологи, я не знаю, кто мы там. Не имеет значения. Блин, горелый Труфальдино из Бельгана, ты что делаешь-то, а? Бразилец. На спортивном каком-то каре задрипанном. Ребята, он... Есть контакт. Давай, давай, давай. Ну давай ты, ёпрасы-то, блин. Что ты творишь, блин?
Чепушила ты, несчастный, вот что я тебе могу сказать. Рычка, просто чепушила. Ты сфейлился на... Это спешка, ребят, я говорю еще раз. Пешка, элемент... Так, я пойду вниз, наверное. Я не буду здесь разбивать. Хотя там уже кто-то впереди сиганул. Джи-джи. Джер там пролетел где-то. Так, я вот тут вниз. С вашего позволения, вниз, 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 вниз. Там пускай там что хочет, кривляется, там копошится. Второе место. Второе, друзья мои, место, но это все равно обидно. Обидно, досадно, но ладно. Будем делать туннели на камнях. Я надеюсь, у меня лицо не слишком красное от натуги, ребят. От такого обделания, которое я сегодня сделал, это не грешно и покраснеть. Не грешно и покраснеть. Да давай ты шпарь, ты уже в конце концов там на каждом этом, блин, будешь сейчас застревать у меня, да? Фух. Есть. Ну а какой я по счету? Ну смотри, 6 очков. Тут 7. Я вторым. Я вторым, друзья мои, приехал. Лепрекон вонючий меня все-таки обделал. Ну ладно, засранец мелкий. Что там у нас, болотистая местность или что? Пират на танке, это что-то здоровско новое, да? Это что такое было, ребята? Это что за супер-пупер, блин, пират, извините меня? Как он сигалул вначале, я думал, все, ребят, трындец. До свидос, мне скажут. Но я ему сказал кальвадос, поэтому он все понял. Почему он так бустует быстро? Он потом, конечно, поддувается. Когда у него кончается, видимо, горючка. Давай я вниз поеду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А можно было бы и поверху неплохо покататься, ребята. Ай, сами надо. Ну, что тут, ребят? Ну, монетный ускоритель. Лашпен, без монетного ускорителя он бы просто лох. Просто лох был бы. Это я тебе заявляю серьезно. Друзья, вот это как можно понимать? Вот это вот что? Спорткар, вали отсюда. Да что с моей машиной? Это не так. Что она как дерьмо едет, блин? Потому что она и есть дерьмо. Она еще перевернется сейчас. Почему как хочешь сделать как лучше, получается всегда как хуже, а, друзья? Это что такое? Потом еще спрашивают, почему, Рэй, у тебя так много морщин на лбу? Да потому что я все время вот так вот хмурюсь, я хмурый, я недовольный вечно, понимаешь? Вот так вот. Так тебе и надо. Захотел там чего. Да, это был супер дизелек. Он захотел меня обогнать, но и сам видел, что произошло с ним. Он просто врезался и все. Он врезался и, соответственно, мне дал проход. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, родной. Опа. Перелетаем, перелетаем, перелетаем. Приземлились. Замечательно, шикарно. И вот он финиш. Сижу как на иголках, просто. Ни секунды расслабона, ребята. Кубок претендентов, пусковая шахта. Вот объясни мне, при чем здесь пусковая шахта? Я что, в шахту буду же, или что? 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 Вот и все. Давай, давай, рычик. Фух. Давай, родной, подгазовывай. Еду как раздолбай, на самом деле. Но в этом вся прелесть. В этом и есть вся прелесть. Прелесть раздолбайства. Ну что, заедем скоро с тобой на эту горочку. Я ненавижу воду. Начинается у нас вот такая вот ерундистика. Кто-нибудь из вас любит воду, а, ребят? Нет, ну я имею в виду именно в игре. Так-то водичку я люблю. Но боюсь глубины. Понимаешь? Все время, когда я на море плаваю, я думаю, какой-нибудь кракен появится и сзади тебя хлоп за ногу. И под воду тебя утащит. Какая-то фобия прям. А еще у меня фобия пауков. Давай-давай-давай-давай-давай, родной, Чего там учудил-то, а? Я видел, как он начал подгазовывать, чтобы только опередить меня на финише. Но кишечка у него была слаба.
Блин, вот здесь, ребят, как-то он стартует очень мощно. Посмотри. Это спортивные. А, так он еще понял. Да ладно. Я думал, что ему там хронтарики. Е. Он обделся. Так же, как, в принципе, чуть и я не обделся. Но на финише я первый. Фью. Фью. Пронесло. Пронесло нас не по-детски. А вот здесь вот я, конечно, дал дрозда. Дрозда я дал, потому что, ребята, во-первых, не идеальный старт. Это во-первых. Опа. А где этот хлыщ-то? Я что-то не пойму. Он что-то где-то там позади остался? Барматуль-то этот. Серьезно? Вот так вот, ребята. Так, что у нас там в команде пишут? Привет, привет. Привет, ребятушки. Кубок Штормрайдера. Ну, как ты хотел. Кубок Штормрайдера. Так. Ватрушка. Это что сейчас было? Это что сейчас было у ватрушки? Я не понял. Ну, я понимаю, конечно, монетный ускоритель. Что происходит? Он там шмальнул, будь здоров. Ты же видел, как он там сиганул? Он сиганул как бешеный, ты посмотри. А по итогу что получилось? По итогу он объелся, как жидкарь. Какой-то Эмин. Эмин, друзья мои, Эмин меня обгоняет. Ну где ветер-то этот всемогущий, блин? Эмин, ребята, что-то он там застрял. Он где-то застрял, друзья, он где-то застрял. Он врезался там, по ходу дела. Да. Эмин обделался. А я, как всегда, в дамках. Ну, в дамке я имею в виду в козырях. В этих. В общем, ты понял. Они опять Труфальдину начали. Не надо, черепундель, иди отсюда. Так, он опять. Смотри, смотри, смотри. Это у него так форсаж, что ли, развит? Да, наверное, прокачка бешеная. Потому что, ребята, он улетел. Он улетел хрен знает куда. У него заканчивается форсаж, и все, он как обделанный. О-о-о, сдохни. А он сдохнуть не может. Ой, не смеши. Не смеши, папа, ё-моё. Да, друзья мои? Я показал вам всем экстра-класс. Ну что, восхитительные диверсии. Блин, тоже мои любимые, в кавычках, диверсии. Тут мотоцикл. Ать! Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Я помню, как я здесь... Я здесь люблю отдупляться. Обычно. Обычно мы разбиваемся. Я попробую так вот. Оп! Оп! Ну, раз уж запрыгнул, езжай тогда на этой горке. Куда мы там летим, я не знаю. На финиш мы прилетели. Безответственное развлечение написано у нас. Понимаешь, безответственное развлечение. Но как же оно может быть безответственным, когда попрыг за все в ответе? Что там? Да как ты так это делаешь, засранец, а, мелкий? Ну как ты это делаешь на своем... Он перевернулся, нет? Ни хрена он не перевернулся, он где-то там сзади едет. Фу, он меня очень напрек. Мотоциклист, да-да, именно он. Смотри, как я... А он разбился, что ли? Что делать? Разбился-то на своем мотоцикле. А докатался, прыщалыга. Так, ну что у нас тут за гонка? Карусели? Ну смотри, мы как эти прям синхронисты вместе с ним. Врежь себя потолок. Ты любишь потолки у нас. Без комментариев, друзья. Без комментариев. Тут я, конечно...
Ну-ка, ну хотя вторым. Что-то у нас громкость появилась. Далее. Конечно, далее. Вот, только сейчас я... Что-то мешается, ё-моё. Сейчас только я почти поднялся на пригорчик. Почти что. А вот и болотистая поездка, про которую я говорил вам. Так. Наверное, надо было... Наверное, надо было. Но уже поздно. Что ты творишь, парень, а? Ты творишь какую-то... Ты несешь какую-то дичь. Все, ребят, никакой дичи, все у нас отлично. Все у нас просто the best from west. А нахрена ты сбросил скорость, а? Упыреныш. Давай. Я напряжен, ребята, как я не знаю кто. Повторяй, не мать учения, что ли? Я не могу понять. Это что за... Так как... Все, ребят. Я в шоке. Почему я раньше перелетал это дерьмо, а сейчас я его просто не мог? Я просто в него врезался. Да мало того, что врезался, я его потащил еще за собой. Давай-ка мы пробьем, наверное, здесь. Я говорю, пробьем. Я не понимаю, что тут происходит. Я на этой трассе не помню, чтобы я когда-то вообще фейлился, ребята. Вот не помню я, вот серьезно тебе говорю. Обделался, фиг ли тут делаешь. Просто по полной программе. Третий, отъезжаем назад. Я доехал на пригорок, кричал Рэй во всю глотку. Ага. Поднялся на пригорок, сразу же спустился с него. Потому что на болотистая эта фигня, это вообще как-то нервяк. Давай уже перелетай тут все. Все, что можно и нельзя. Где финиш? Вот он финиш. Фью. Аллилуйя. Ну что, первая гонка вроде бы нормально у нас получилась. Давай. Ну что это, блин? Ребята, у меня нет слов. У меня просто вот, блин, нет слов. Ладно, заехали хоть здесь. Отлично. Давай, не рассусоливай. Подвязывай. Там шапка у кого? Моя шапка там отлетела, по-моему, да? Шахтерская, блин. Ладно, фиг на эту шапку. Ты, главное, едь. Едь, как я не знаю, как ветер в поле. Все, ребят. О, трындец, просто трындец. На форсажах, на монетных ускорителях. Один я, когда потопишь, еду, блин, на добром слове. На своих колесиках, на своей... Вообще, не знаю, как тут умудряюсь, друзья, еще занимать какие-то призовые места. Смотри, прям синхроненько едем-то. Эй, ККМ-очка. Да что ты будешь делать? Там форсажник, ребята. Форсажник едет. Все. Нет, я тебе скажу, форсажу нет. Вот. Вот он, ребята. Золотая середочка. Так, привет. Здорово. Что я делаю-то? Скажи мне. Иди ты в баню. Кубки мне давай. Райская бухта. Давай-ка мы с тобой на Райской бухте поедем. Ты понял, да? На баге. Райская бухта у меня будет на баге. С идеальным стартом. Давай. Вот здесь прилети, пожалуйста, отлично. А он-то с чем там едет? Он, ребята, тоже едет с нитро. Не, только не это, ребята. Ну? Да давай ты едь, ты твою ж налево хочет. А, так тут еще одна гонка, ребята. Фу, меня аж перекосило, блин. Если не веришь, посмотри. Не верю. Я не верю, что я это все-таки, ребята, сделал. А я это сделал.
Такой напряг. Ну, а глубоководная езда? Глубоководная езда у нас будет на нашем раллийном авто. Подкололи, блин. Всегда, ребят, когда вниз опускаешься, я думаю, блин, ну там, наверное, будет спуск. Там будет спуск, а там хрен тебе не спуск. Вот куда вот он там летит? Вот скажи мне. Как ты, гаденыш, меня тут еще обгоняешь, а? Поехали. Е! Меня ж голову туда. От напряги. Как будто, знаешь, как это раньше в Денди, когда играли, там прыжок вот так вот делал. Прыжок там, оп-оп, вот то же самое. Туда. Занесло по паню. Так, ну, то есть здесь есть один такой зловредный конкурент у меня получается. Угу. А тот пускай летит там куда хочет, ребят, мне по барабану. Что он там стартанул? Фью. Так, что ты делаешь там? Буржуйская ты морда. Давай, езжай нормально, спокойно. Все, мы уже оторвались. Ах, вот так вот, по красоте. По красоте. Ну что, последний. Ну тут уже, ребята, первое место будет. Не первое уже, а абсолютно по барабану. Мы с тобой взяли, что хотели. Вот единственное, что вот здесь вот, вот тут, вот да-да-да-да-да. Тут главное бочки проехал. И этот, зараза, тоже проехал. Кто ты там, Акзин? Что за Акзин? Ты видел? Ты видел, как я Акзина сделал? Вот учись. Тебе пригодится. Вот так вот, Акзин. Иди гуляй, как говорится. Так, ну что, ребята, я так предполагаю. Раз, два, три, наверное, четыре или пять гоночек еще у нас будет. Опять развлечения. Вы меня закормите сегодня этими развлекухами собираетесь? Мне не нравятся ваши развлечения. Берите их прочь. Так, езжай. Не надо. Здесь не надо, вот, ребят, подпрыгивать нафиг от греха подальше. Вот здесь можно. Так, здесь где-то уже финиш будет. Я вот знаю, что он где-то уже тут, вот он. Потому что дальше пойдет у нас череда вот этих вот подземелий. Ну, подземных этих фиговин. Давай, родной. Почему вот у меня-то, блин, именно у меня начинается скорость, а? Потому что, блин, ты кнопку не убрал, ёпрасте. Поэтому у тебя и скорость, блин. Я же без крыши еду, естественно. Придурок. Что я могу еще сказать по этому поводу? Давай еще разок. Мало одного-то было тебе, дуралей. Да, я помню этот прикол. Когда они там довольные прыгают, естественно, врезается. А я не приземлился, к сожалению, туда, куда надо. Но, тем не менее, я первый. И по итогу я вообще должен быть первым. Да, ребят. Жить. Так, милю шахтера. Милю шахтера сейчас будем с тобой покорять. Поехали. Хороший буст. Хороший, ребята. Вот сейчас упал как дерьмо какое-то. Вот. Что он там? Он с монетным ускорителем вшивый едет. Нахрена ты так сделал, Рэй? Нахрена ты так сделал? А может быть, облегченный вариант даже лучше? Кто его знает? Поехали вниз. Фух. Я просто немножко слегонца обдудонился. Я думал, сейчас все-таки врежемся. Но, слава богу, не разбились. Эх, ядрить тебя на корень. Просто черкаши, ребята, черкаши от потолка у нас там остаются, но я еду первым. Адзи где-то там позади, Хубер его перегнал. Что там у нас, Стаффин, и я первый. Да, одна гонка была всего, отлично.
Блин, у меня же в горле пересохло. Я водички не взял с собой, а? Ладно. Горный кубок, Черная гора. Так. Я вижу тут вертушка. Тут баги. И вот самое удивительное, что баги меня облапошило, ребята. Че он там? Так, он с ускорителем, это я вижу. Блин, чуть-чуть не хватило. Ну, опять же, там монетку подобрал свою плешивую. Все-таки для меня конкурент получается так. Вот это, кстати, ему... Так у него еще и крылья. Ребята, у него еще, оказывается, и крылышки. Он берет монетный ускоритель, и, ребята, он просто над землей летит. Он планирует. Не разбейся только, Рэй, пожалуйста. Просто не разбейся, умоляю. Здесь мы поедем с тобой вниз вот так вот торпедкой. Что там дальше впереди? Ни хрена не вижу. Финиш дальше впереди. Все, ребят, 7 очков набрал и по итогу первое место. Все, последняя гонка. Что там у нас? Привет, привет, привет. Всем привет, ребятушки, всем привет. Ну что, я продолжаю. Последний заезд у нас, видимо, на сегодня. Так что все должно быть чики-пуки. Понимаешь, да? Что? Что? Спорткар не справился, ребята. Он так впендрючился, он поцеловался со стенкой. А у меня, как видишь, все на высоте. Ха-ха, у меня все четенько. Здесь внизу нет каких кактусов? Нету. Давай, радость моя. Шпарь. Шпарь, как ветер в поле. Не настолько же сильно-то. Так, тут аккуратненько. Вот теперь можно подать. Гаску, не перевернись ты, ёк-макарёк. Да, а, ну все, я понял, ребята. Одна гонка, одна трасса. Нахрена я так далеко взлетел? Сейчас же все равно будем подрываться, да? Фух. Ребятушки, наконец-то. Смотрим. Кто-то я, ну? Ускорители. Да, ребята, 36 тысяч кубков взял. Взял я 36 тысяч кубков. Что у нас тут в приключении? Гонка. Поедем, прокатимся. Пособираем, так сказать, немножко монет. Блин, тут магнит. Ускорение. Катайся себе, докатайся. А у нас, кстати, новая раскраска есть? На наш супердизель или нету? Ну, магнитик-то, во, сработало. Потому что только вот в первой, ребята, гонке можно собирать монетки. Ну и сундучки, само собой. Так, здесь я разбился на мотоцикле, видимо. Ой, красота. Красота неписанная, ребята. Мы едем, сзади какие-то старые машины фермерские стоят. Ты заметил, да? Какие-то пастбища, амбары. Здесь я на ХКР-ке, видимо, разбился. Это, наверное, вообще когда первый раз тут ездил. Так, еще один сундук мы взяли. А рекорд у меня был сделан как раз-то на супердизельке, да? Я как посмотрю. Только еще старой модели. Ну, как старой модели. Модель-то та же самая, но я имею в виду, что, наверное, была не прокачанная. А может быть прокачанная? Нет! 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 Ну ты какого хрена ты сделала, блин, полено вшивое? Ну зачем ты? Оно меня, ребята, просто взяло вот так вот. Эть!
И на бок завернула, прикинь. Вот так вот. Вот так вот. Полено мне сделала пакость. Да, монетки, монетки. Меня что-то мы ничего не с тобой не набрали здесь, к сожалению. Что у нас тут? Событие начнется через 17 часов. Здесь что-нибудь у нас есть по гонкам? Это то же самое, что ли, луна и тому подобное. Что у нас тут на машине на нашей есть? Ну, колеса. Колеса. Я ума не прожу, что за эти. Сто пятьдесят деталей. А 106, у меня 101. Сто два. Подожди, уберем вот это вот. Так, а тут можно любое вроде... Подожди, сейчас проверим. А, да, тут любое делаешь улучшение, ребята, у тебя сразу повышается. Отлично, давай сделаем. 106. Открывается новый слот. Открывается новый слот, и я, значит, беру колесо. Колесо. И... И что? Вот это вот взять? Идеальное приземление для папочки Рея. Поехали. Это что такое? Это что за чудо едет? Ой, господи, ты зачем, Рей, взял такое убожество? Оно не хочет ехать. Оно не хочет ехать. А где тут самый огонь из задницы, когда ты держишь кнопку долго? А? Скажи-ка мне на милость, я не вижу его в упор. Ну... А здесь без комментариев, друзья. Зачем ты тратишь, Рэй, все деньги, если ты не пользуешься этой техникой? Ребята, если я тут не потрачу, я вообще ничего не сделаю. Так, подожди, а у нас там что стоит-то, кстати, на этой машине? Монетный ускоритель. И вот это вот дребудень, да? Зачем мне сцепление здесь, на Луне? Уйди отсюда, чтобы глаза мои тебя не видели. А это зачем? Чтобы сгорело у тебя горючее как можно быстрее в 3 секунды. Блин, ты хотя бы подумай, Рэй, вначале, прежде чем что-то ставить. Поехали. Красавчик, если это можно назвать красавчик. Ну что ты там? Так, чухонец один тут распластался, я смотрю. А я доеду, ребята. Я побил свой рекорд. Горючее, 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 друзья, горючее кончается. Где горючее? И тут. Новый рекорд. Все. Друзья, больше я не могу ни на чем поехать. Эх. Хорошо, как было, да? Как было хорошо. Ну что, ребятушки,
На этой ноте, пожалуй, сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!